Спуститься на любимую всеми ярославцами стрелку теперь можно только по одной стороне. Обследовав левый лестничный пролет, специалисты выявили разрушение покрытия ступеней. В результате ежедневных мероприятий по содержанию данного лестничного пролета были выявлены нарушения плит, расположенных на ступенях этого пролета. Была создана комиссия, которая выехала и непосредственно на месте зафиксировала нарушения. В результате перепадов температур произошло разрушение частичных плит, и это грозило безопасности граждан, которые пользовались бы данной лестницей на протяжении зимнего периода. Опасаясь последующих разрушений, в целях безопасности жителей было принято решение оградить проход. Жители с этим мнением властей согласны. Правильное решение. Если объект неисправен, значит, надо его ремонтировать. И чем быстрее, тем лучше. А безопасность – это первое и главное в работе наших органов местного самоуправления. Поэтому ничего страшного в том, что ее закрыли, отремонтируют, откроют. К работам по реконструкции лестничного спуска рабочие приступят только весной, когда это позволят сделать комфортное погодное условие. Никита Белохвостов и Денис Лосев. День в событиях.